Сегодня Приднестровский государственный университет отмечает день рождения. Ему исполнилось 93 года. Как положено, в праздник были танцы, песни и поздравления. На именинах госуниверситета побывала наш корреспондент Дарья Булига. Сегодняшнее утро студентов началось не с назойливого будильника и торопливых сборов на пары, а громкой музыки, танцев и песен. Пары отменили, поэтому все пришли к знаменитой скульптуре студента, или, как все привыкли говорить, Гарри Поттеру, отмечать 93-ю годовщину ПГУ. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Как настроение? Прекрасно. Шикарно. Пары отменили сегодня? Да. Вы рады? Хорошо, что хорошо, что не надо их отрабатывать. Какой факультет и какой курс? Эконом. Эконом наш дом. Я смотрю, вы сегодня в каком-то едином стиле. Почему? А мы студенты Института государственного управления и социально-гуманитарных наук. Да. Что значат вот эти шары и галстуки на вас? Это наш флаг, это символика нашего института, да. Нашего. Дресс-код, да, у нас да. Флаг фиолетового цвета, поэтому мы так обозначаем себя. Мы первый курс, вот только вот начали осваиваться вот в этой системе. И дабы отличаться от всех присутствующих, вот так сказать, вырядились. На именины госуниверситета приехал и ансамбль «Ватра». Яркие костюмы и манящие публику танцы заставили всех достать телефоны. Двери главного входа в корпус открываются только в праздничные дни. В остальные студенты заходят через обычный вход. Почему же, сейчас узнаем. Это вопрос не ко мне. Вы не знаете? Нет, конечно. Потому что он парадный вход и открывается только по действительно большим праздникам. Еще он открывается, когда идет приемная кампания в университете, и через этот вход заходит на тестирование. А еще нам сказали, что в этом корпусе пока идет ремонт, и прямо за дверьми находится мебель, и никак не пройти. А это Арина и Наташа, студентки третьего курса. Говорят, что когда поступали в университет, очень волновались. А сейчас университет для них второй дом. Да, на самом деле, я здесь реально с утра до вечера и учусь, и работаю, и выступаю, пою. Так что вся моя жизнь проходит в стенах университета. Что пожелаете тогда имениннику? Процветания, хороших студентов, да. Множество талантов. И развиваться еще больше, сильнее, из года в год, чтобы все было в университете хорошо. Всех преподавателей, студентов и ветеранов, собравшихся сегодня на празднике, поздравил ректор госуниверситета. Позвольте в этот знаменательный день поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Пожелать всем, наверное, в первую очередь, мира, добра, здоровья, ну и еще долгих лет работы на благо нашего учебного заведения. С праздником! Сегодня поздравления принимал не только университет, но и преподаватели. Им вручали благодарственные письма, грамоты и даже ордена и медали. Орденом трудовой славы сегодня наградили старшего преподавателя кафедры романо-германской филологии. Галина Аземко проработала 55 лет. Как у вас настроение? Ой, праздничное, конечно. Спасибо большое. Для меня этот день не забываем. Были сегодня ваши выпускники? Я еще не успела оглянуться, кто тут есть. И как пришла, сразу первое меня пригласили. Эмоций полно, даже боюсь повернуться. А еще в ПГУ есть такая традиция кидать на удачу монетки в фонтан. 3, 2, 1! Дарья Булига, Игорь Мацота, ТСВ.